Cet homme passe sa vie sur les toits des Освободи нашего агента и выберись через портал. И его задачей был сбор данных в Хеликс. Постарайся вернуть как можно больше. Вот образец того, что нам нужно. Хорошо, надо отдать это на изучение. Данные зашифрованы. Постой рядом, чтобы я смогла обойти защиту. Так, процесс пошел. Есть. Знаешь, у нас пока все-таки мало данных. Вот он. Вытащи его. Здесь.
Здесь становится опасно. Симуляция нестабильна. Выходи. Надо отдать это на изучение. Данные зашифрованы. Постой рядом, чтобы я смогла обойти защиту. Так, процесс пошел. Есть. Знаешь, у нас пока все-таки мало данных. Вот он. Вытащи его. Время на исходе, но постарайся успеть собрать побольше данных. Здесь становится опасно. Симуляция нестабильна. Выходи. Ваша помощь потребуется еще многим из наших.
Les habitants de cette ville sont vraiment étranges. Сюда иди! Я тебя вот жду сильнее, чем жон! Проваливайте!
ну отошли! Сейчас же! Славно тут погреть кофе. Эй, вы все! А делайте, что вам говорят! Вентиляция из катакомб. Назад! Или останешься без головы! Это просто иначе все затянуло бы дымом. Ясно. Дальше вам нельзя! Назад! Выражение слабовато, но да, плохо. Ладно, ладно. Не все учились у Монгольфье. Пока они спились, знаешь ли. Один раз я это сказал. Как скажете, профессор. Иди сюда! Я тебе сейчас... Полезно, и даже очень. Я выбью из твоей башки остатки мозгов! Эй, хочешь получить? Не убегай, я же хороший! Хорошо бью, режу, рву, да отрываю! Я сейчас тебе... Не различай! Ты покойник! Уйди, бродяга! Найду тебя и выпопал! Скоро устать! Внимание! Toujours sortir en voiture. Выкурим их оттуда. Мы будем стрелять. Вы все предатели и шпионы, но мы вас искореним. Давай, любезный, я полезу тебе руку. Только на пользу пойду. Ну, за позу, он ожестит. Их же попросту перебьют. Вперед! Заходи его! Не оставь! Есть! По-другому запоют. Ничего себе! А это мне! Вперед! Ne touchons pas trop. Un amant surpris par le mari. Вот так-то! Соединемся вместе, братец.
Как жизнь, друг мой. А ты чего ждал? Какой-то безрукий болван докопался до стола. Это что за... Ослышалось, что ли? Сен-Пьера положи. Вот ты! Что случилось? Ничего, товарищ, по всему кварталу! Эй, вы за мной! Ну и куда он пропал? Oh.
Милорд! Господин! Я слышал от надежных людей, что здесь бродит ассасины, и что вы его мишень, господин. Похоже, червяк осмелел и стал змеей. Черт! Конечно, это должно было случиться, но что-то слишком рано. Ох, да, милорд. У ассасинов везде свои люди. Но теперь у нас есть преимущество, верно? Бери стражу и ищи этого ассасина. Пусть сдохнет. Но, господин, половина наших людей сейчас воюет с нищими. Эй, вы! За мной! Найти его! Найди ассасина! Выходи, трус! Покажись, ассасин! Глядите в оба! Досадно. Держать строй, не отступать!
Ну, маршрутка! Последний ученик Белье принес мне чудесный подарок. Надеюсь, у тебя есть что-то похожее. Дьявол! Вот ты где! Черт! Кто же тебя убил? А вот и ты! Я не сдаюсь, сукин ты сын! Рад видеть тебя, ассасин! А ну покажись, сукин сын! Вижу тебя! Выхода у тебя нет! Черт! Кто же тебя убил? Итак, лишь мы вдвоем, ассасин. У моих подданных глаза повсюду, месье. Я предлагаю их знания вашему ордену. Что ценного может знать хозяин трущоб? Как грызутся крысы? Ступайте. Как грызутся крысы? Вот глупец. Придушить бы его. Мой господин был бы счастлив устроить это. Брат. Что с вами? Слишком много шампанского? Себя! Уходи! Кончено. Делосер мертв, великий магистр. Хорошо.
Вы вовремя. Я собираюсь взойти на трон. На трон? Пока стоит двор чудес, должен быть и король нищих. Место оказалось вакантно, и я занял его. Молниеносно. Тело еще не остыло. Ну, я начал действовать чуть загодя. Когда вы впервые появились во дворе чудес? Это было подло. Ваш враг мертв, так что все честно. Да, наследие у вас что надо. Заметили, да? Что ж, вы довольны? Мертвы это мужчины. Вы обрели покой и прочий вздор. Вздор, это точно. Каждый раз думаю, что я на шаг ближе к истине, но вижу лишь еще один слой грязи. Заговоры, интриги, напряжение нарастает, немножечко скотоложества, распутный священник, и вот вам завязка чудного романа. Меня устроят сведения. Столь ян и уже столь серьезен. Что ж, удачи вам. Полагаю, это вы уже видели. Откуда он у вас? Принес один из моих верных подданных. В знак почтения, скажем так. Любопытная вещь. И, похоже, я знаю, какой мастер ее сделал. Таким оружием убили месье де Лассера. Полагаю, вы это уже знаете. Почему молчали? Понимаете ли, наша жизнь зиждется на любознательности. Представьте, что человек сразу узнает все, что его интересует. Он попросту разучится задавать вопросы. Или добьется многого, ведь невежество не тяготит его. В теории. Мастера зовут Франсуа Тома Жермен. Его ловчонка возле рынка. Благодарю. Удачи! Надеялся, что ты зайдешь, милый Арно. Ты ведь любишь, когда торжествует справедливость и все прочее. Je vais vous faire un petit peu de temps. Voilà, monsieur. Alors, évidemment.